Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. На странице 63 выполним задание под номером 1. Расскажи устно, что значит для тебя животные. Есть ли у тебя любимые животные? Напиши, какие. Животные играют огромную роль в жизни человека. Но нам нужно рассказать о том, что значит животные лично для тебя. Животные – это часть природы. Животные дают нам пищу. Они – друзья и помощники человека. Есть дикие животные, которые населяют поля, луга, леса, пустыни. Есть домашние животные, которые живут вместе с человеком. Многие домашние животные становятся для людей настоящими членами семьи. Мои любимые животные – это кот Барсик и собака Муха. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.